Она прям за чёрта. Горбатость. Сейчас сделаем. Блин, это новая рубрика, надо все красиво сделать. Не вопрос. Все, можно. Юр, мы вас поздравляем. Сегодня у вас была такая насыщенная презентация. Еще одна презентация Hydis, да, было много комментариев. Ну вот вы нам расскажите, пожалуйста, простым языком, да, что же такое Hydis. У нас есть подписчики, которым за 70 лет на канале. Вот. Все, что хранит большое количество данных, является лакомым кусочком для злоумышленников. Мы пришли к тому, что нам необходимо иметь некий свой идентификатор. Тебя в цифровом мире, твое альтер-эго в цифровом мире, и мы создали некий ключик, который является универсальной подписью тебя в цифровом мире. То есть это вещь, которая у тебя в кармане всегда, маленькое твое облако, хранилище, за которое ты отвечаешь. Это... Сейчас даже попробую показать. У вас он есть? Да, непосредственно маленький ключик, да, который хранит всю свою цифровую идентику. И для того, чтобы заключаться к цифровому миру, необходимо сделать всего лишь одно действие, нажать на волшебную кнопку. Для пользователя компьютера, который работает в офисе, в коворкингах, мы заметили, что сейчас большое количество информации, которая убегает, которая доступает злоумышленники, происходит во время, когда человек отсутствует у своего компьютера. Просто забыл залочить компьютер, что называется. В нашей ситуации мы оснастили Hydis функцией, возможностью удаленного, так называемый proximity meter, то есть когда на расстоянии блокировать и разблокировать компьютер. Ты подходишь на расстояние, условно говоря, там метр-полтора компьютера, компьютер разблокируется. Уходишь, компьютер автоматически блокируется. Так, смотрите, сегодня вы показали новую версию устройства, если так можно сказать, Hydis Wallet, который, насколько я понял, уже совсем другие варианты использования, чем у Ки, да? Да. Ну-ка расскажите нам, чем они. На самом деле у меня на брелке здесь висят два ключика, да. Один ключик отвечает за мою цифровую identity, второй ключик отвечает за мою цифровое богатство. На самом деле по форме они абсолютно похожи, мы как раз стремились к тому, чтобы бренд Hydis был узнаваемый, постарались его внедрить в маленький форм-фактор, который будет удобный, легкий, носимый, беспроводной. Основное отличие наших продуктов, второго продукта, который сейчас, ну, по сути, хардвер уже разработан, да, остается вопрос в программной обертке этого продукта. Это предоставить возможность на основе технологии блокчейн воспользоваться всеми благами. В первую очередь сейчас большая востребованность в сегменте криптовалют. Люди пытаются как-то себе заработать на жизни, поэтому занимаются покупкой, продажей криптовалюты. И основная проблема состоит в том, что хранение идентификатора тебя как владельца этой криптовалюты находится либо на твоем телефоне, либо на бирже, либо непосредственно в блокчейне. И мы предлагаем решение, которое вот Hydis Wallet, которое будет у тебя точно так же в руке, хранить твою уникальную цифровую подпись, которая будет кошельком для всех криптовалют. Сегодня было много обратной связи, была такая очень агрессивная. Ну, в частности, народ, вот несколько человек, по-моему, говорили о необходимости внедрения экрана в устройство. И вы вроде как даже приняли все это и сказали, что да, в следующей версии уже вполне вероятно. Вопрос экрана, вот с моей точки зрения, наверное, да, это то, чем пользуется сейчас большинство населения. Но я вспоминаю Генри Форда, который в свое время когда-то сказал, что если бы людей спросили, что им сейчас нужно, они бы сказали, что им нужно быстрее лошади. На самом деле им нужен был автомобиль. Мы пытаемся совершить, ну не революцию, по крайней мере, изменение майндсета в голове людей, что экран не является панацеей. На самом деле вполне возможно, что его заменит биометрический датчик. Вполне возможно, что его заменит другой экран, который будет находиться на другом расстоянии. То есть, в частности, экран смартфона будет достаточен для того, чтобы не внедрять его в технологию. Мы пробуем, мы тестируем. Если же рынок не будет готов к нашему решению, да, мы готовы изменяться, потому что мир такой, что необходимо либо принимать рынок, либо формировать рынок. Юр, смотрите, вы долгое время работали в компании Intel, где мы, собственно, с вами познакомились, вот и вы ушли оттуда, да? Вот расскажите, вы уходили из Intel ради Hydis или как у вас все это вообще было? Опять же, я проработал в Intel достаточно долго, и я считаю, что даже очень-очень долго, да? И со временем меняются корпорации, меняются люди, и в определенный момент я понял, что для меня опыт, который я получил в компании Intel, и непосредственно, что я мог привнести в эту компанию, я достиг своего потолка, и в определенный момент захотелось развиваться. Я не сразу попал в компанию Hydis, на самом деле у меня было несколько итераций поиска себя в других индустриях, я занимался образовательными проектами, но подвернулась такая возможность, чтобы поучаствовать в создании продукта. Да, работая в Intel, я всегда работал с готовым продуктом, приходилось объяснять рынку, как этим пользоваться.
В наше же время, вот сейчас находясь в стартапе, можно так сказать, хотя совсем не стартаперского возраста, но тем не менее, находясь в стартапе, у тебя появляется возможность понять основные боли, которые существуют на рынке, воплотить их в продукт и донести это как ценность для конечного пользователя. Но вы продали 3000 гаджетов, да? А, не по слухам, а есть подтвержденные... Да, по вашим словам. Да, по нашим словам. На самом деле, за 2016 года по текущий момент у нас интересная география получилась, потому что в первую очередь нам удалось договориться с украинскими дистрибьюторами. Продукт появился там в украинской рознице, но не был воспринят на ура, потому что культуры повышенной безопасности к чувствительным данным у нас нет, у нас приказка есть, как «поки гримны гримны, мужик не перехрестится», да? Это означает то, что пока не украдут, люди не будут задумываться о безопасности. Мы пошли, в свою очередь, нашли цифровой канал, который помог нам начать продажи на территории Америки и Европы, это Amazon. И там, да, наибольшее количество пользователей, которые приобретают наши продукты, является там, поскольку аудитория более взрослая, более воспитанная, более культурная с точки зрения потребления контента и безопасности. Может, нашим людям еще сложно понять, как можно заплатить $50 за безопасность? Для нашего человека это, наверное, большая сумма. На самом деле, я в начале, скажем так, своего пути думал приблизительно так же, да, но я сейчас склоняюсь к тому, что меняется аудитория, меняются принципы, и в нашей, даже в нашей географии люди готовы платить ровно столько, сколько они считают достаточным для выполнения какого-то функционала. Ну, например, большинство моих знакомых сейчас перешли на сервис платной музыки для того, чтобы, в любой момент получить ту музыку, которая им нравится, и они готовы платить те деньги, которые сервис хочет с них получить. В нашем случае сейчас мы имеем устройство, которое имеет одноразовую физическую оплату, там, условно говоря, $49, да? Вроде бы для одноразовой покупки много, но если сравнить, условно говоря, с сервисами клаудных сториджей, например, там тот же Dropbox, либо там LastPass, который представляет возможность хранения паролей, они представляют это как сервис, условно говоря, там $3 в месяц. Но по истечении года сумма на самом деле приблизительно равна нашей. Спасибо вам огромное, мы желаем вашему проекту удачи в любом случае. И желаем, спасибо. Чтобы на родине, в Украине, у вас все-таки были высокие продажи, и вы вышли там куда-нибудь вообще на самый высокий уровень. Спасибо. Вот. О, последний вопрос. А Intel в Украине уже вообще совсем просто закрылся? Представительство закрылось в декабре, 31 декабря 2017 года. Но люди остались. Люди остались хорошие и занимаются хорошими делами. Хорошо, спасибо.